Занятий не будет. По всей Украине из-за гриппа закрываются на карантин школы. В Киеве полностью или частично отменили уроки в 55 учебных заведениях. В Черновцах с завтрашнего дня приостановят занятия в 11 школах. Распустили детей по домам в Днепре, Луцке, Запорожье. Там, правда, эпидпорог еще не превышен, но чиновники решили не рисковать. Школы и детсады будут закрыты, пока заболеваемость не пойдет на спад. Це розпорядження також стосується обмеження занять в спортивних секціях, в закладах культури, які перш за все стосуються скупчення дітей в закритому приміщенні.